Европы Наталья Забияк, Александр Энберг. Потрясающий наш дуэт. Наташа выступала на чемпионате Европы на Олимпийских играх, еще не совсем оправившись от травмы. Был сломан палец у нее на руке. А это очень важно для парников, ведь поддержки такие сложные, такие серьезные. Какие ребята стали красивые. Наталья Забияка, Александр Энберг на льду Мегаспорта. Вот обратили внимание, уважаемые друзья, вот что такое выступление для спортсмена на Олимпиаде? Вот уже вернулись из Южной Кореи ребята ведь совсем другими. Появился какой-то лоск, какой-то шарм, какой-то флер уже окутывает их катание. Они были ведь не такими до поездки. Вот что такое олимпийский опыт. Я думаю, это такое большое подспорье для спортсмена быть на Олимпиаде. И большой толчок для дальнейшей спортивной жизни. Ну, оправилась уже Наташа от травмы, слава богу. И через две недели, как говорится, снова в бой. Побои нам только снится. Чемпионат мира уже на кону. Чемпионат мира уже на пороге. И надо, конечно, совершенствовать свое мастерство. Сложнейшие элементы прекрасной поддержки, выброс, тройной риббергер были исполнены на высочайшем уровне. Наталья Забияка, Александр Энберг. Серебряные призеры Олимпийских игр в Чжончхане. Мы очень много с вами говорим о тренерах. Но нельзя забывать и о тех людях, которые играют не менее важную роль в судьбе каждого спортсмена. Это родители. Знаете, удивительная история нашего спортсмена.